Добрый день, уважаемые телезрители. Начинаем трансляцию матча «Строитель 1», «Строитель 2». Домашнее дерби сегодня у нас в манере победа. Строитель 2 будет играть в розовой форме, строитель 1 в бело-зеленый. Подскажите, пожалуйста, звук идет нормально? Плюсик поставьте, кто на трансляции. Слышно, привет. Есть? И стартовые составы. Строитель 1. Ефимов в воротах, в защите. Халимов, Иванов, Тихонов, полузащита. Загайнов, Якубов, Колесников и нападение Минеев. Строитель 2. Ворота Брагин. Защита Миронов, Афанасьев, Везединов, полузащита. Гараев, Краснов. Тактика нападения Шакиров. Гельзидин сейчас с мячом. Передача в центр. Шакиров. Миронов. Он хорошо разворачивается. Передача на Шакирова. Шакиров через дом сейчас. Проходит передача Гвездикинова, Минеев. Попытка перевода на Колесникова. Брагин сейчас мячом ищет продолжение. Через Миронова. Белый сейчас мячом. Иванов. Халимов. Тихонов с мячом. Халимов в центр. Хорошая передача на Иванова. Долго принимал сейчас Артур решение. Перехватили. Красные. Шакиров. Заброс на Сафина. Колесико сейчас. Убирает мяч. Брагин. Активно вратари подсказывают своим игрокам на поле. Миронов. Передача на Шакирова. Доходит. Краснов. Хорошая передача на Сафина. И вне игры. Заходит. Значит, я их убыла. Напоминаю, вы можете на трансляции в сообщениях написать вопросы нашему тренеру. В перерыве мы сделаем маленький блиц ответ вопрос. Ну, пока у нас белые через контроль мяча здорово выходят сейчас. Якубов по правому флангу. Не дал Афанасьев себя обыграть. Гараев. Дальше вперед. Шакиров. Не успевает к мячу. Халимов. Хорошая силовая борьба. И Халима выходит с победителем из этой борьбы. Загайнов с мячом.
проникающая передача с нами не была. Загайнова. Через вратаря пытается выходить Гайзидинов. Краснов. Толчок в спину. Не перевод от Гайзидинова на Миронова. Шакиров. Не дают белым сейчас развивать атаку. Красный плотно встречает. Не поняли сейчас друг друга. Гараев с Красновым. Приблок потери мяча. Алимов сейчас. Афанасьев перехватывает. Загайнов. Плохой передача на Якова. И Колесников сейчас в прыжке головой пытается. Не находит Миронов сейчас продолжение. Возвращает Брагину. Гараев сейчас мячом. Загайн побирает. Справляет Александр свою ошибку. Краснов. Значит, центр на Шакирова. Гараев. Миронов пытается на сайт. Значит, Колесников прерывает передачу. Якубов на скорости пытается сыграть Гараева, не получается. Ал у белых. Шакиров ошибается в передаче. Страхует очень сложно. Афанасьев, Гайзидинов с мячом. Опять передача в центр на Шакирова. Тут Иванов тоже встречает. И Брагин выходит сейчас. Не дает Минееву. Пристреляется к воротам. Вместо Колесникова сейчас Радмир на поле появляется Беляев. И вместо Иванова появляется Карпетян. Сафронов Александр также появляется на поле вместо Халимова Булата. Ну, красный пока контроль только через вратаря. Сохраняет мяч. Шакиров хорошо открывается. Нет продолжения. Опять через Гайзидинова. Шакиров. Значит, передача на Сафина очень сильно сейчас. Не успевает Сафин к мячу. Загайнерс получает по ногам, но можно играть в пределах правил. А вот в пользу белых сейчас.
Сафронов. Сафин прерывает передачу. И проходит передача на Гараева. Ефимов вступает в игру. Сафронов. Хорошая диагональная передача на Якубова. Не успевает сейчас чуть-чуть. Да нет. Шакиров в центре пытается сейчас организовать атаку. Прерывают ее белые. Якубов по правому флангу сейчас. Не смог обыграть Гайзидинова в подкате. Он выбивает. Навес на Якубова. И Брагин вступает в игру. Гараев. Оттесняет уже Тихонов корпусом. Краснов приходит на помощь. Краснов прорывается сейчас сквозь четверых. Убегает от Карапетяна. Афанасьев. Это удар с предела штрафной. Вводит сейчас мяч из боковой. Шакирова. Вступается не вовремя. Шакиров. Шакиров. Диагональная передача. Не доходит она до Сафина. Беляев возвращается. Гараев здорово сейчас в отборе. Скандер. Краснов, диагональный перевод от Сафина. Успевает Сафин сейчас к мячу. Миронов не дает сейчас мне его обработать мяч. Заганов сейчас по центру разгоняет атаку. Нет продолжения, только через дом. Сафронов. Миниев по центру сейчас против двух защитников. Прострел. Газидинов сейчас взрывает передачу. Афанасьев. Пытается убежать сейчас Гараев, но тяжело будет Тихонова убежать на высоких ногах. Брагин с первым мяче. Сарин. Перехватывает розовую сейчас инициативу в игре. Афанасьев. Неточная передача сейчас. Касание. Вместо Тихонова на поле появляется Иванов. Якубов по правому флангу сейчас
у белых. Собирает четырех соперников. И аут в пользу белых будет сейчас. Хорошая передача от Сафронова. И у розовых смена. На поле появляется наборщиков, Салингареев, Маштаков, Кульбарисов. Беляев. Не получается у меня сейчас подача. Сохраняет сейчас мяч. Иванов с мячом. Карапетян. Проходит передача на Загайнова. Загайнов наложен в замахе сейчас. Браген. Прерывает сейчас передачу. Иванов. Удар. Накрывает. Он сейчас долго принимал решение. Иванов. Перешла игра сейчас на половину поля красных. Сафронов дальний удар. В штангу попадает. Иванов выше ворот. Хороший плотный удар получился сейчас у Сафронова. Салимгареев. Куйбарисов. Ошибается в передаче защитник красных. Меняев. Удар. Брагин фиксирует сейчас мяч. Атаков. По левому флангу сейчас разгоняет. Против Карапетяна смещает в центр. Передача дальше. Нет, там Беляев на месте. Иванов сейчас перехватывает, есть скорость, и выход практически один на один, удар не получается сейчас. Иванова. Кульбарисов. Маштаков ошибается в передаче, и Куба врывается в штрафную сейчас. И не попадает сейчас Минеев по мячу. Хорошая передача была от Якубова. У нас Гатаулин появился. Ильяс на поле.
Беляев успевает. Нет. Не успевает Беляев все-таки к мячу. Свисток, Топаров будет разыгрывать мяч. И Афанасьев здорово переводит сейчас Якубова. Якубов, выход один на один. Брагин. Брагин успевает к мячу первый. Может, Таков очень неточно сейчас делает передачу на Борисова. Заганов без проблем ее перехватывает. Хорошая стенка у белых. Перехватывают красные. Куйборисов. Наборочкова. Теряет Дима сейчас мяч. Карапетян с мячом. Показываю Беляеву, что надо бежать. И заброс на Беляеву. Сохраняем Беляев мяч. Сафронов. Перевод не точно. Маштаков только в адресатах. Карпетян может и нанести удар отсюда. Загайнов. Удар. И Брагин в дальнем углу сейчас переводит на угловой. Вместо Загайнова. Халимов появляется на поле. И вместо Якубова на поле появился Колесников. Два гига сейчас штрафной. Это у нас Иванов и Маштаков. Интересно будет посмотреть на их единоборство. На втором этаже. Именеев будет сейчас подавать. Подача. И Сафронов на опережение сейчас. Бывает счет. Именеев сейчас срывается, удар. Откровенно позевает уже защита красных. И идет смена. Появляется первая семерка. Вот и красного. Брагин сейчас мяча, но он залетел в ворота. 2-0 пока белые ведут. Краснов. Перевод на Миронова. И Миронов ошибается. Еще один угловой сейчас будет.
вместо Карапетяна появляется Тихонов у белых. Не попадает Иванов по мячу. Газединов не точно. А вот в пользу белых Колесников будет сейчас вводить мяч через боковой. Дают красные спокойно принимать нападающую белым. Сафронов прерывает диагональную сейчас передачу Краснова. Очень неточно сейчас Тихонов переделывает передачу. Краснов справляется. Тихонов. Вперед атаки на правый фланг сейчас у красных. Миронов с мячом. Гараев. Опять назад передача от Гараева. И опять через вратаря. Нету адреса для продолжения. Краснов. Там два игрока уже караулят. Сафина, Шакиров. Съедают там Сафина три игрока белых. Акиров. Иванов страхует центр. Иванов сейчас оставляет мяч. Выключился он сейчас из защиты. И Халимов делает счет 3-0. Непонятно, что сделал Миронов. Афанасьев. Хорошая передача. Догоняет Гараев мяч. Силовой борьбе он сейчас вступает Тихонову. Колесников обыгрывает сейчас Гараева и в Газединова сейчас Колесников. Здорово сейчас Колесников царапывает. Передача в центр. Халимов дальше. Стенку с Халимовым. Афанасьев успевает прервать передачу. Тихонов нарушает. Mm-hmm.
Разыгрывает красный мяч. Шакиров. Хорошая передача на Сафина. И вне игры сейчас Сафин. Пытается Брагин сейчас своих защитников выставить в линию. Гайзидинов очень неточно сейчас, не глядя, делает передачу назад. Игра рукой у Гараева. И звучит свисток, первый тайм окончен. Они совпадали, и у нас звучит свисток, второй тайм, поменять с воротами. За команду белых ворот появился Зуев, и за команду красных Голиков появился в воротах. Шакиров здорово прерывает передачу и отыгрывает один гол. В самом начале сейчас второго тайма красные отыгрывают один мяч, и счет в матче становится 3-1 в пользу белых. Колесников. Якубов. Прорывается Якубов сейчас. Афанасьев ставит корпус. Заброс на Шакирова. Белые будут водить. Колесников. Минеев в подачу в штрафную, Голиков на выходе. Гараев. Вместо Тихона на поле появляется Карпетян. Ищет продолжение сейчас Голиков. Нет у него адреса. Находит Гараева. Зуев. Минеев. Против Миронова, Сафина. И Миронов выбивает сейчас на угловой. Также, уважаемые родители, если у вас остались какие-то неотвеченные вопросы, вы можете задать их в личку нашему тренеру. Еще один главой в пользу белых. Якубов сейчас не попадает.
Красного сейчас сильно, очень сильно насафина. Показывает сейчас Данияр, что такую передачу тяжело ему было бы обрабатывать. Миронов. Розовые. Краснов заганил сейчас. Выходит победителем Краснов. Шакиров оттесняет сейчас Иванова. Передача не получается сделать. И красных смена. Есть у кого-нибудь попить что-нибудь? Попить есть что-нибудь? Подача. Емельянов разгоняет сейчас атаку, передерживает мяч Колесников. Сам поднимает сейчас атаку, далеко отпустил мяч, Халимов тут же этим пользуется. Петян. Загайнов, передача на Колесникова, догоняет Радмир мяч. Минеев. Передача дальше. Салимгареев сейчас убивает. Таганов в центре сейчас не проходит передача сейчас на Якубова, Карпетян. Прибавись сейчас против трех соперников. Минеев хорошая региональная в штрафную. Карпетян удар. И Колесников сейчас выше ворот. С первым ударом Голиков справился. Ну, дальше уже Колесников не точно. Поднимают красный сейчас по левому флагу. Кульбарисов. Чубайц, Голиков. Сам что-то справляется.
накручивает свиньев, соперников Халимов, Колесников. Халимов через вратаря сохраняет контроль мяча. Капитан. Здорово, сейчас увидел Иванова. Иванов. Удар. И после рикошета от Салимова мяч покидает пределы поля. Головой. Задача. Высоко. Иванов. Выше ворот сейчас. Вместо Колесникова появляется Сафронов на поле. Вместо Якубова появляется Беляев. Наборщиков. Далеко отпускает мяч. Никак не получается у Наборщикова сегодня принять, обработать мяч. Иванов увидел забегание Халимова. Халимов в подачу в штрафную. Минеев убирает. Удар. И Минеев в ближнюю девятку сейчас вколачивает со всей силы. 4-1. Белые выигрывают. Наборщиков. Зуев успевает. Халимов сохраняет сейчас мяч. А вот в пользу белых. Сафронов здорово сейчас забрасывает на Минеева. Салимгареев. Салимгареев здорово прокидывает между ног сейчас Халимову. Но там Карпетян надежно играет. Беляев. Передача в центр на Минеева. Не увидел он сейчас Беляев. Сафронов один стоял. Загайнов. Попытка дальнего удара. Выше ворот. Маштаков. Капитан через Зуева. Пытается сейчас перевести атаку. Сохранить мяч. Иванов сразу пропускает. Загайнов, Минеев. Обратная передача на Загайнова. И Загайнов забивает. Сейчас раскатали. И у красных сразу замена. Беляев, Минеев. Передержался Минеев. Прошел с передачи на Сафронова. И Шакиров получает сейчас по ногам. Нет свистка. Свисток все-таки с опозданием.
Передерживает Минеев опять мяч, и в результате опять потеря. Халин. Сидоров делал передачу на своего вратаря, поджимал под давлением, он был Якубова. Подача штрафную, а только Гайзидинов. Карпетян надежно закрывает сейчас центр для соперника. Ваганов с мячом. Афин. Афанасьев. Якубов накрывает его в центре. Карпетян хорошо. Сафронов. Отличная передача на Якубова. Якубов. Нет, не прошла сейчас передача. Афанасьев. И Сафронов сейчас в упор. Все-таки на добивание Сафронов сейчас. Шесть один матч становится в пользу белых. Вместо Карапетяна Тихонов появляется на поле у белых. И Кубов пока сейчас здорово прокидывает по кромке. Передача. И Сафронов в миллиметрах от перекладины сейчас. Мяч пролетает. Хорошо сейчас. И Кубов прям на ленточке развернулся от двух защитников. Сделал передачу. И Гайзидинов сейчас привозит мяч в свои ворота. Хорошо, более пошел на Краснова, Краснов, Гараева. Чуть-чуть Шакиров сейчас опять Тихонов обокрал. Краснов. Сместил сейчас Максим, отыгрывает Халимова, передача штрафную. И Шакиров сейчас прощает Тихонова. Подая в перекладину, подарил Тихонову Шакирову мяч. И Кубов у нас в центре сейчас нападение. Иванов. Сафронов сейчас индивидуально. Хорошая передача. Иванов.
И Иванов сейчас вращает защиту красных. Обменялись опасными моментами команды. Тихо подать сейчас штрафную. Беляев, еще одна подача штрафную. Голиков уже вступает в игру. Вместо Тихонова появляется Карпетян на поле. И Сафронов хорошо сейчас прессингует и вынуждает Голикова ошибаться. Уже не первая такая опасная передача от Визидинова к своему вратарю. Давление. Шакир по ногам сейчас цеплял Сафронова. Так, он выбивает вал. Якубов. Афанасий сейчас спокойно. Иванов просто корпусом сейчас спокойно объясняет Шакирова. Капитан отлично увидел Сафронова. Сафронов не побежал сейчас Якубов. Вместо Якубова Минеев появляется на поле. Сафин, Шакиров здорово в стенку обстучались. Обратная передача нажала. Краснов. Минеев сзади подкрался, но Шакиров пришел на помощь. Здорово сейчас разворачивается. Сафин. Передача проходит. Шакиров. И, кроме капитана сейчас нету никого. Штрафной. Миронов. Красный будет водить. Из-за пределов поля сейчас аут. Афанасьев сейчас попытался нанести удар. Не попал по мячу. Халимов увидел Сафронова. Есть простор Сафронова. Сафронов дальний удар. Нет. Здесь Голиков на месте. В пределах правил. Халимов сейчас убирает мяч. Добегает Минееву. Хорошая передача. Сафронова. Загайнов. Минеев. Краснов выдирает сейчас мяч. Краснов. В пределах правил. Падает сейчас Краснов. Беляев. Иванов очень сильно сейчас. Вместо Сафронова появляется Колесник. Хорош, Сашка, хорош. Иванов ошибается. Миронов. Попытка дальнего удара от Краснова. Не точно.
Афанасьев. Кирахов. Афанасьев удар. Что-то сегодня с Афанасьев с ударами. Все мимо ворот. Сильно и не точно. Вместо Беляева на поле появляется Якубов. Колесников. Загайнов заживал мяч Артем. Неточную передачу делать в центр. Парад Гузуев вводит мяч. Якубов может убежать сейчас. Якубов. Удар. Голиков на месте. Не прошел этот раз финт. Усаев напротив Алимова. Белый будет ворот. Пинеев. Пиздинов в подкате сейчас. Долго принимает Пинеев решение, и довольно-таки такое опасно сейчас самолет давление. Шакиров ждал эту передачу. Карпетян. Старо убирает по себя сейчас Малика Изидинова. И стык сейчас Карпетян по ноге получает. Вместо Карпетяна Тихонов появился на поле, а у нас Якубов будет исполнять штрафной. Халимов не получает удар. Самому смешно стало Булат от того, как он нанес сейчас удар по мячу. Основ подача, безадресная сейчас передача. Красных смена. Появляется вторая семерка. Марат, сколько осталось? Прочитал Салимов сейчас забегание Якубова и наборщиков против Иванова. Тяжело Диме сейчас бороться с таким большим игроком Халимов.
Ворона Загайнова. Загайнов сейчас разгоняется. Главы в пользу белых. Вот мне подсказывают, где-то около 2-3 минут осталось играть во втором тайме. Счет по-прежнему изменялся у нас. Не подача. Остается мяч в игре. Халимов. Иванов здорово в подкате сейчас. Якубов. Хорошая передача. В штрафную. Сальмгареев. Протаранил сейчас 3 игроков. И Иванов сейчас с этого корпусом. Довольно-таки жестко сейчас. Единоборство вступились. Ударил сейчас. Готов был продолжить. По свистку показывают рефери. Подача. Красные заключительные атаки пытаются организовать. Санта Зуев без вариантов наглухо забирает сейчас Артур мяч. Передержал опять Минеев сейчас. Результат Куль Борис отбирает сейчас мяч. Одна штрафную. И звучит финальный свисток.